Так, вот и подкрепились пингвинчиком. Дальше будем искать динозавров. Всем привет, дорогие друзья, с вами Трубоёжик Ты и... же... Чё? Ясно, давай. Чё ты тупишь? Пошли искать динозавров. Она сейчас меня ударит. Вот. Кто это? Я не Вот знаю, что это это было? насекомое. Насекомые? О, вот он! Медведь. Медведь, не трогай его. Медведь. У него 15 хп, мы его можем с двух раз замочить. Давай остановись с той стороны. И на счет раз, два, три мы его одновременно бьем. Раз, два, три. Чего с него выпало? Мясо, сыр, ну, короче, говядина сырая и вся. Сама ты говядина, это мясо медведя. Нет, сырая говядина. Мы Как замочили раз медведя. медведи выпала Там говядина, типа. два фроста. Ненавижу, когда ты так называешь. Почему? Я не люблю. Смотри, какое яйцо, похоже на гамбургер. Ладно, наркоманская. Да не бесполезно. Я не знаю, для чего здесь яйца вот эти. О, фрост опять, блин. Твой любимый. Отжали у него лук. Никто. Опа, Мишка. Медведь. Мишка, ты Мочи. такой полный. Он, смотрите, еще кусает так неплохо. Мишка. А, кстати, да, говядина с него падает. Я тебе что говорила? Так кто тебе поверит? Ну Вот ладно, и я-то думала, ты нам... пчелки. Их можно толкать. Не надо их убивать. Они Да. безвредны. Они же нас жалят. Очень больно. Они не жарят, вот. В Толкнул. реальной жизни говорю. Я утопил пчелку. Я тоже. Ой, масики. Какие масики? Они масики. Ага. Маленькие. Ну, понятно. Там на дереве Кто? опять Гриб. Пошли. яйцо. НЛО. Не хочу туда. Я хочу большого динозавра увидеть. А я хочу жирафика. Че? О, медведь опять. Это потому что лесной биом. Эй! Он меня сразу цапнул. Пошли Я отсюда. не хочу. Он меня сразу укусил. Так Я это ж ему... медведь, блин. И чё? Так в реальной жизни они тоже. Нет. В Да. реальной жизни, если я к нему подойду с алмазным мечом, он меня не цапнет. Петровка. Петрушка. Так, тихо. Ну, вообще-то это Ивангай. Опа, горный биом. Давай в горах посмотрим, может там есть что. Какие-нибудь редкие динозавры. А, я понял. Ископаемое топливо нужно только в горах искать. И янтарь тоже, в горном биоме. Да, это как вораспавн. Да, все Только в верно. другом этом измерении. Тут одни видеоблогеры, слушай. Вон Бендеры, Ложки. Это не видеоблогеры, это летсплейщики. Хватит путать. Я не люблю разбираться в этих мелких терминах. Я их буду назвать видеоблогерами, потому что это общее понятие всего. Вот это у нас фросты. Их много, они со стрелами. Вот фрост. Вообще, я им отомщу, мне стрелу засадил. Все, капец, я фростяра. Аба. Все. Разобрались. А вон и Бендер. Опаня. Мне кажется, знаю, куда нам идти. Опять тот зимний биом, помнишь? Где пингвинчики? Опа. Рыба, рыба, рыба. Вот еще одна рыба. Я убил рыбу. Ты где, эй, Ась? Ты что молчишь? Опять скайп у тебя вылетел. Нет. Ты что молчишь? Я свинью нашел. Чего они так орут-то, блин? Вообще. Пошли отсюда, я не люблю, как они орут. Давай в зимнем биоме найдем еще мамонтов каких-нибудь. Не может быть, чтобы тут только одни пингвины.
Хотя тут одни пингвины. Вон свинья еще одна. Да. Да и не про тебя. Мдя. Я сказала мдя. Опять не выговаривает слова. Я просто так сказала, как маленькая мда сказала. О, фиолетовый кто-то. Где? Вон там. Пошли за мной. Смотри, опа! Смотри, фиолетовый. Это обезьяна. Ты чё? Это фиолетовая обезьяна. Стой. Эу. Это медведь фиолетовый. Мезобер. Он сильный? Это медведь фиолетовый. Само... Не бывает фиолетовых медведей. Да он это... похож на медведя. Что с него выпало? Ложка, отстань от меня. Ничего не выпало. Вот это еще. Медведь был, просто он фиолетовый. Смотри. Вот я к нему подошел, этот меня не кусает, а тут меня цапнул. А это, наверное, сильный медведь фиолетовый. Ау! Это тоже укусил. Один кусает, они другой только нет. Тебя кусают. Тебя тоже укусит. Меня не укусили. Потому что ты невкусная. Я знаю. Опять эти крикуни, о, моя голова. Убейте кто-нибудь пингвинов. Так, вроде здесь никого. Только фиолетовый медведь. Угу. Я с такой скоростью передвигаюсь, что Настя за мной еле успевает. Ну да, конечно. Чё ты тут гонишь-то всем? Формула 1. Йо-хо. Спрятался. Меня никто не видит. Нет, это не я. Это не я. Меня нашли. Я тебя видела. Меня никто не видел. Я... Ну, конечно. Мистер Беспалевность, во. Ну да, мистер Палевность. Сама ты Палевность. Я без Палевность. Стой. Нет, Палевность. Мы ископаемое топливо здесь. Ой, топливо. Топливо? Что? Кстати, вот тут бензин. Есть такая тема. Ископаемые руды, наш скелеты и кости. Короче, мы поняли. Тихо. Чё? Каньон огромный. Там какая-то... Да! Я мистер Паркур. А я за тебя. Тут золото. Да ладно, оно не настоящее. Обсидиан. Вон там еще что-то. Ты тоже не настоящая. Я настоящая. Не серьезно? Нет. Ну, понятно все. Я настоящая. Сейчас еще повторяй. Ты это врачу скажи. Не буду. Зачем? Врач, я настоящая. Это ты не веришь, что я настоящая. Ну, почему не верю? Я просто сказал ляпнул. Ты думаешь, что я бот. Вот. Да, ты не человек, ты бот. Нет, я человек. Человек-бот. Человек, не бот. Человек не бот? Робот, да. Конечно. Слушай, я домой хочу. Точнее, наружу. Домой? Ты так дома. А ты чё, на улице что-то? Я дома. А-а-а. Да. Ты сказала, что у тебя родители врачи оба. Да. А какие врачи? Медики. Ну, понятно. Как, что именно лечит? Короче, у меня тётя хирург. Вот. А мама там это, она пишет бумажки всякие. Мама пишет бумажки, и теперь она медик? Она медик. Ну, медик и врач — это разная профессия. И как можно писать, лечить людей, пися бумажки? Пиша бумажки. Она пишет бумажки, ну там типа, какими болезнями болел человек. То есть она этот, бухгалтер. Какой бухгалтер, давай. Милый мой, бухгалтер. Не бухгалтер. А тетя у меня, короче, этот хирург. А вскрывает папа? Всякие вши. Ой, вши. Что? Фу. Вскрывает, короче. Ну, там, к примеру, гной у человека. Вот она обрабатывает его, там все такое. А что, у тебя гной?
был. Нет, я, к примеру, называю болезнью человека. Ну, короче, хирург. Вот. Фу. Не хочу быть хирургом. Я не смогу. Я тоже не хочу. А кем ты будешь? Я буду работать на томографе. А что он делает? За компьютером работает. Ты в Майнкрафт будешь играть, пока Нет. томограф там людей пытается лечить? Я не знаю. Ну, да, наверное. Так что делает томограф-то? Так на компьютере работает. И чем он помогает бедным пациентам? Ну, там распечатывать, что... Я не знаю. То есть ты Я будешь на учиться буду. ксероксе работать? На компьютере буду работать. Понятно. Так, это все фигня, я на приоре пошел кататься. Йо-хо-хо. Арам-зам-зам. Дам-дам-дам-дам-дам. Русик поет лучше. Я лучше пою. О, ты не слышал, как поет Русик. Слушала. Я тебе сказала про это. Он великий певец. Конечно, все угорали. Он же не знал, что записывается. Ты тоже не знал. Ты откуда? Мы же первый раз рекламную паузу ставили. Вот и не делайте больше их. Да, я думаю, вообще пора завязывать со стримами. Тяжело их делать. Опять эти пингвины. Да, понимаю. Уже не тяжело, потому что ты уже знаешь как. Да не из-за этого. Но они... Они, короче, еще там во время стрима иногда отключается он. Ну да, такое тоже бывает, наверное. Ну, типа, прервался, что ли. Ну, такое бывало. Почему пингвинов на мамонтов нельзя поменять или на оленей? Почему оленей нету? А? Я не знаю. Или Наверное, они в другом биоме. кости динозавров? Вот розовые овечки. Овечки? А, ясно. Все, овечки. Розовые. Ну, да. Я к тебе, короче. Мне надоело в шахте. Да, там нету ископаемого. У тебя голова так повернута была, стрёмно. Хи-хи-хи. Коровы. Хочешь Спарту? Где ты? Ты где? А. Господи, Настя. А Грусть. ты так ТП-шнулся как-то странно. Я не знаю. Я не тупыхался. Ах, у Насти глюки начинаются. И через 2-3 серии съемок у Насти начинает коротить мозги. И она начинает выдавать всякий бред. Это уже закономерность. Где Настя вот сейчас? Опа. По-моему, из этих яиц нужно крафтить что-то. Слышь, закономерность. И что я из них могу крафтить? Ничего не могу. А! Настя, черепашку нашел. Я нашел черепашку. Где будет? А что будет здесь ее убить? Ничего не будет, ничего не упало. Что именно? Я черепашку убил. Черепашку. Да, А нашел. помнишь, какие черепашки у нас были? Какие? Ты не помнишь? Я не помню, какие черепашки у нас были. Где мы выживали? Ну, я понял, но где? Что за мод был? Карта! А, это огромная черепаха, что ли? Фу, Вообще. ноздрю. Сверчки, кусающиеся. Ну, я не знаю, что Сам здесь. как сверчок маленький. Вот опять Настеньку понесло ее, понесло. Что? Заносит тебя Тебе опять. не нравится? Треугольничка заносит. Уголки. О, тыква. Пока.
Стой. Я слышу какое-то огромное животное. Либо это просто медведь. Либо это... Это медведь. Ты же меня не укусишь. Эй! Я пошутил, он цапнул меня. Давайте другим медведем накормлю. Он не жрет. Да надоел уже. Опа! Настя! Чё? Ты чё мне не Чё? по... Ты чё молчишь, не помогаешь? С него что-то выпало, я не пойму что. А, я не подобрал. Я тебя вижу вон там вдалеке. В очень большом далеке. А я спрячусь, меня никто не Так найдет. я далеко от тебя. Вот, видишь, как я хорошо спрятался. Ты, кажется, нельзя. Я тебя там за километр видела. Вранье. Я мистер беспалевности. Да. Нет, ты палевность. Я же тебя всегда вижу. Хоть я за километр отошла. Смотрю, бегает там где-то вдалеке. Слушай, бегает. Своими. По-моему, это неправильный мод. Где ископаемые? Где другие динозавры? Чё так их мало? И портал в другой мир должен быть. Оп! Портал. Кажется, я нашел Если еще пальму. они в рецептах крафта есть, значит они есть. Да. Значит, это есть. Значит, это создавать как-то надо. Порталы. Возможно. Думала, они тебе тут прям будут, да? Я, по-моему, пустынный биом нашел. И здесь пальма. Кокосы. Сама ты как? Там кокосы. О, точно. Ты молодец. Их жрать можно? Их добыть можно? Не знаю. А, киркой. Да, я добыла уже. И что, их жрать можно? Как их расколотить? Нет, их нельзя есть. Мне кажется, сейчас я посмотрю, что из них можно сделать. Их нужно А! молотком. Чё? Нет. Берете кокос, берете меч. И... Деревянный меч. Поставь верстак. Сейчас батя вам покажет, как жрать кокосы. Берете и крафтите деревянный меч. Все, скрафтили. Ставите кокос. Все, иди сюда, Настя. На. Половинка кокоса. Вкусно? На еще. Поняла? Да. Там меч расходуется только. Пошли дальше. Это прям надо в верстаке делать? Ну, можно и так. А, ясно. Фишка в том, что типа ты колешь. Понятно. Ящерка. С них падает столько же мяса, сколько с целой коровы. Угу. Несправедливо сказать. Тут, походу, в биомах дело. В этом биоме ящерки обитают, в том пингвины. Есть ли еще несколько биом? Да, есть еще один. Верблюды! Чур, я покатаюсь. Отвали от моего верблюда. Верблюд — это корабль пустыни. Я залез на верблюда. Я тоже. А чё Нинио? Может, надо удочку поставить? А у тебя есть нитки? Я выбросила их. Я тоже. Я смотри, можно передвигаться по верблюдам вот так. Стой, дай-ка я замочу одного. С него выпала кожа и камел рел. Короче, мясо. Ну да, верблюжье мясо. Я знаю, как управлять верблюдом, оказывается. Я знаю, как. Как? Нет. Опять эти пингвинозавры. Ну а где мамонты? Ты же вроде видела слонов Да там. не мамонты, это слоны были. Так там специальный биом. Там другой совсем он.
Может, он редкий. Зато вот зимний он не редкий. А, я кокосовое молочко попью. Вкусно. Ты не чувствуешь вкуса. Очень вкусно. Но чем больше их поправляет, тем вкуснее, наверное. Так ведь? Это что за... Где Настя? Так, вроде все обследовали пока что. А где же злые динозавры? Без кости динозавра я не смогу сделать копье. Я тут. А ты куда уж ходила? Да запирала дверь. Опять? Чё опять? Постоянно запираешь дверь? Нет, в первый раз. В жизни? Только что. Так, я метеорит видел. Метеорит? Да, он сюда упал. А тут можно на ракете? А? Нет. А где он? Вот яйцо. Оно с неба упало. Ого! Эй! О, иди сюда! Змея! Я убил ее. А чего это? Колбаса какая-то. Это мясо змеиное. Меня змея цапнула за ногу. Все, давай, отсоси яд. Я уже поела. Яд, я ранен. Да? Забей. Меня змея. Почему меня змея цапнула? Кого должна? Тебя. А ты знаешь, что ежиков нельзя убить ядом? У них иммунитет к ядам. Вот ты сейчас говоришь, что типа. Короче, я поняла. Что ты поняла? Что ежиков нельзя убить ядом. И еще лисы едят ежиков. О, круто. Я ж лиса. Как ты лиса? Я лис люблю. Ты треугольник. Только для тебя. Странно, но только ты меня так называешь. Ну, мне нравится. Верблюды. Мамонты. Где? Вот. У них тити. Горбы. Пошлый треугольничек. Маленький верблюжонок. Где? Мася. Масик. Нет. Он застрял. Это не маленький, он обычный. А знаешь, как маленького замутить? Как? Всему тебя учить надо. Как? Они не жрут кактус. О, господи. Да. Орел, орел, орел. Где? Орел. Орел. А вот это что? Б. Баран, нет. Баран это ты, потому что... О, орел. Да. Да, как смешно. Ой, ты не видел эту шутку. Ну, ты просто по-таджикски говоришь. Смешно. Ой, Настя. Ой, Настенька. Тыквы. Я нашел орел. Молодец. И три корабля. О! Что это? Ты прям в песке ходишь. На футболку Adidas похоже. Где? Тебе непонятно. Где футболка Adidas? Где футболка Adidas? Ну, эти зимние горы такие. О, сейчас, знаешь, это новый биом, походу. Нет. Тот же самый биом. Нет, здесь лед. Ну, здесь его больше просто. Это речка. Здесь какие-то особенные мобы. Где? Ну, яйца уж точно по-другому. Внизу что-то светится. Ничего не светится где. Ты что, слепаешь? Там наши факела. Там шахты.
Это наши? А, нет, Нет, это вот не эти наш, там. это данжи. А, все, понял, да. Прикольно, да? Все видно. И X-ray не нужен. Да мне не видно. Я вижу, там видел паутину и все. Пингвинчики опять. Где же ужасные злые мобы? По-моему, их нет. Я только Настю вижу. Спасибо за комплимент. Ой, это точно комплимент. Вы ужаснейший человек в мире. Спасибо. Да не тебе, блин. Что ты все Мне. на свой счет? Так за что ты мне говоришь? Да я этот фильм вспомнил там, короче, одного злодея. Его постоянно вот так. Вы самый ужасный. Я Он, нашла спасибо. крабика. Он меня отравил. Стой! Я хочу к тебе. Где Ну крабик? это, как, я не знаю, клоп какой-то. Это лягушка какая-то. Лягушка, да. Сама ты лягушка. Он меня отравил. Ау! Меня тоже. Причем Такой сильно так. с виду маленький масика. Я его кокнул. С него падает лапка лягушачья. Давай французскую пищу замутим. Лягушачьи лапки. Оставь Француз. верстак. Ох, бесит Француженька. твой верстак уже. Мы же по латыни говорим. Давай теперь по-французски. Француз, мерси. Там что еще есть? Не, насюс. Нет, латынь. Это иди, насюс. Смешно. Французус лапкус жрукус. О, мы жарим французскую лапку. Если что из нее получится. Где? Ого! Лапка Хи-хи. лягушачья. Ты забрала мою лапку. Я кушать можно? Вкусно. И что-то отравилась там? Нет. Забирать? Ну, рыбок не трогай, а то забирай. Каких? Я вообще-то печку хотела забрать. Да не, там же платье все. Я уже заметила. Почему Ой. на досках, если есть уголь? Потому что досок много, а угля мало. Угля много. Его всего два стака. Ох, и у меня тоже два. У меня 10. 10 стаков? Угу. Чего? Врешь. Сильно врешь. Допустим. Все понятно. Допускаем. Так, давайте на этой веселой допускаемой ноте мы закончим наше выживание. Спасибо вам за просмотр, уделенное время. И, естественно, с вас подписка на канал и лайк. На сегодня пока-пока. Пока. Скажи бу. О, Господи. Бу.